и до чего же хороша наша река-красавица белая, Агидель. Любят ее наши рыбаки и очень редко, возвратившись с бельских просторов, жалуются на бесклевье. И именно поэтому Республиканский рыболовный клуб, названный в честь любимой реки Агидель, проводит на ее берегах летние фестивали. Вот и в этот день, 9 августа, очередной Fisher02.ru2014 собрал любителей летней рыбалки на берегу Агидели, недалеко от поселка Тугай. Погода стояла отличная, и многие приехали еще накануне, и, как уже стало традицией, целыми семьями. С каждым годом увеличивается число партнеров и спонсоров, проводимых фестивалей, что еще раз подтверждает растущую популярность клуба «Агидель». А что уж говорить о простых любителей рыбалки. Ведь только количество форумчан сайта fisher02.ru на сегодняшний день составляет уже более 7 тысяч человек. По традиции фестиваль открывает председатель клуба «Агидель» Эдуард. Этот фестиваль у нас ежегодный, если кто-то не знает. Проводим мы один зимний фестиваль. Ежегодный, один летний. С напутственными словами выступил глава Тугайского сельсовета Алексей Николаевич Мартынян. И всего вам хорошего, и, как говорят, ни хвоста, ни чешуи. А что, где и как, объяснил главный судья соревновательной части фестиваля Александр Ахмеджанов. Как всегда, в номинациях «Поплавочная удочка» и «Фидер» самое большое количество участников. В обычный распорядок соревнований со входом поплавочников и любителей фидера вмешивается представитель компании «Марлин». Прикормка «Дунаев», компания «Марлин». Даем прикормку на закорм рыбе. Неужели изменил своей маховой поплавочной удочке Николай Николаевич? А я дальним забросом сегодня просто буду тренироваться. Потому что в этом году мечтаю попасть на отбор на чемпионат мира. Там надо ловить баллонской удочкой. А я пока умею плохо ловить баллонской удочкой. Поэтому именно ей я буду сегодня ловить. Вся тактика. Там что получится. Стараются не отставать от взрослых мужей дети, приобщаясь к замечательному действу – рыбалке. И, конечно же, женщины. Ну а куда без них? А барышни очень. Такой фоткаться. Да, вот хоть и поклевывает рыбка на поплавочную удочку, размерами пока похвастать никто не может, в отличие от любителей донной снасти фидера. Ох, хитер же Олег Гайдудинов, а на форуме «Голосан» нашел вот где-то мотыля и не спеша набивает свой садок на пути к призовому месту. Ну а каждый не спешит по-своему. А это, похоже, заявка в номинации «Big Fish». Сильные рыбаки города Октябрьский, что в очередной раз подтвердил его представитель Юрий Михайлов. Червь опарыш уж, как обычно, на белый.
Ну и наши, уфимские, не лыком шиты, чью честь поддерживает Владимир Прокшин. Я занимаюсь фидером года 3. Получается, первый год был экспериментальный, пробный. Все учился, все познавал. На второй год начал ловить. Ну, сейчас более-менее как-то получается. Думаю, простят меня спиннингисты. Хоть и немного их было, но добраться до них, поскольку разошлись они аж до самой Соленой горы. Но вот на взвешивании по регламенту они были первыми.